Сейчас вы видите на экране видео, которое я снимал в начале этого года. Я снимал обзор французских семян на различные культуры. И я обещал, что буду снимать, как я буду сажать семена, какие будут всходы, какие будут плоды и так далее и тому подобное. Я обещал, я свое обещание держу. Я снимаю об этом всем видео. И сегодня хочу показать вам, как себя показали огурцы сорта Regal F1, на которых я снимал обзор в начале этого года. Вот так выглядит огурец сорта Regal F1 по состоянию на 8 июля. Вот упаковка из огурцов, точнее от огурцов сохранили. Посаженные огурцы на приусадебном участке моих родителей. Значит, что говорит мать, что схожесть очень хорошая, и огурцы очень нравятся за то, что они хорошей формы, то есть отличные. Ну, давайте покажу. Ну, визуально огурцы как огурцы. Очень обильно цветут. Вот видите, зацвел огурчик, и вот уже есть маленький так, корнишончик, видите, какой опять там цветет, тоже завязывается. Вот опять, видите, зацвел, завязался. То есть пустых цветков здесь не наблюдаю. Вот смотрите, видите, это уже отцвел. Будет огурчик. Вот опять следующий огурчик. Вот опять следующий огурчик. Вот здесь цветочек и огурчик. Ну и так дальше, тому подобное. Еще особенность выращивания. Родители выращивают, сеют кукурузу. Довольно так. Между рядами сантиметров 60. И между рядов сеют еще огурцы. То есть кукуруза немножко притеняет огурцы. Ну и теперь давайте. Вчера огурцы собирали. Я вам сейчас покажу, как выглядит сорт уже в плодоношении. Вот видите, огурец уже больше. Этот еще больше, они продолговатые. Вот такой вот. Смотрите, вот. Огурец с таким вот налетом. Видите? Такой вот формы, продолговатый. Красивый внешний вид. Так, найду я побольше или не найду уже. Здесь. А, вот здесь до конца уже другой сорт. Вот это крайний. Уже, видите, вот, кстати, для сравнения, вот такой продолговатый, а вот какие-то другие огурцы, вот такие, видите, бочкоподобные, не очень говорит мать, что хорошие, но, вот, видите, как сказала мама, никудышные вот такие огурцы, потому что круглые и невкусные, вот эти хорошие. Такой вот огурец. Хорошо себя показал. Французские семена вообще радуют упаковкой качественной, семенами качественными и, соответственно, урожай тоже качественный. Смотрите, сколько здесь завязалось огурцов. Вот это все. Вот это для опыления, кстати, вот вижу, не завязывается, или еще маленький. Вот это все огурчики. Смотрите, сколько здесь огурчиков, какой урожай. Вот такой вот сорт огурцов Regal F1. Рекомендую, покупайте качественные семена, и будут у вас качественные плоды, качественный урожай. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.